проведению мотокросса готовы. Такое заключение сделала специальная комиссия по подготовке к соревнованиям. В эти выходные при поддержке генерального спонсора «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» в нашем городе пройдут традиционные соревнования на Кубок Ямала по этому виду спорта. Организация будет проходить уже по привычной для нас схеме, то есть задействованы практически все службы города, помогают все, и милиция, и скорая помощь, администрация, энерго, снабжающие организации, и культура, и спортивные организации. То есть, ну, в общем-то, это праздник города, и весь город помогает в ее проведении. Участие в соревнованиях примут 13 команд со всего региона. Трасса, по заверению экспертов, готова на все 100. К слову, это одна из лучших и одновременно самых сложных трасс во всей России. Летом колеса мотоциклов здесь увязают в песках, а зимой сложности при маневрах добавляет шипованная резина. Так что зрелище будет стоящее, уверяют организаторы. Мы ответственны перед своими жителями, перед своими болельщиками, перед своим городом. Я думаю, что надо, чтобы все сложилось хорошо, чтобы, естественно, кубок остался в городе Ноябрьске. Готовиться к соревнованиям спортсмены клуба «Газпромнефть» начали загодя. И хотя мотоциклетный парк здесь практически новый, железных коней, да и самих спортсменов нужно было подготовить как морально, так и физически. Тут дело не в мотоциклах, тут еще должен наездник быть хороший, натренирован. Но пока возможность есть, вот тренируемся сейчас. Тренируемся на нашей трассе. Но трасса все равно, она каждый день меняется. Даже с каждым заездом также будет меняться. Ну, особенности трассы такие. Тем не менее, как говорится, дома и стены помогают. Мотокроссмены «Газпромнефти» от мала до велика рассчитывают исключительно на победу. Своя трасса. Будет, наверное, легко. Я рассчитываю приехать первым. Ну, так, в принципе, команда у нас готова. Все спортсмены готовы и рассчитаны на результаты. Первые заезды, главным образом тренировочные, пройдут в субботу. В этот же день свое мастерство проявят ветераны и экипажи колясочников. Главное же блюдо подадут в воскресенье. Открытие Кубка Ямала по мотокроссу намечено на полдень 31 марта. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Александр Иванов. Новости нашего города.